Представители бизнес-сообществ муниципалитета были приглашены на встречу с сотрудниками налоговой инспекции, которую провели в отделении Альфа-банка. Мероприятие было организовано торгово-промышленной палатой Ленинского городского округа, а поводом послужило изменение в налоговом законодательстве. Оно напрямую касается предпринимателей и руководителей организаций. Мы хотели бы проинформировать предпринимателей Ленинского городского округа, какие изменения планируются, что нужно в этой ситуации делать. Ну и опять же, как бы пообщаться в том числе и с представителем налоговой, для того, чтобы был прямой контакт, и люди могли бы, ну, предприниматели могли бы задать свои вопросы. 2023 года изменился порядок уплаты налогов. Отныне все юридические лица и индивидуальные предприниматели одним платежом будут пополнять единый налоговый счет, который для них откроет Федеральная налоговая служба. Собравшимся в зале была показана наглядная презентация нововведения. Меняются сроки уплаты налогов, меняются сроки предоставления декларации, в принципе меняются все платежные реквизиты. Становится удобно, что у нас теперь будет один единый срок уплаты налогов, один единый срок представления декларации и уведомлений. Новая схема позволит упростить весь процесс. Теперь срок предоставления декларации – 25 число каждого месяца, а срок уплаты налога – 28 число каждого месяца. Банки всегда тесно сотрудничают с предпринимателями, а значит, обновление в законодательстве коснется и их сферы деятельности. Основная тематика проведения – это довести нюансы и тонкости, связанные с изменениями, которые у нас происходят, вот, и поделиться новыми какими-то новостями, продуктами со стороны уже именно банковских услуг. В ходе беседы представители налоговой службы ответили на все вопросы предпринимателей, а также пригласили на прием в инспекцию, если возникнут какие-либо проблемы в процессе использования нового продукта. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.